Відкрита трибуна. Як берегти дитину, аби та не стала жертвою педофіла? Ну, я считаю, ребенка надо воспитывать. Вообще он не должен общаться с чужими. Уходить или звать кого-то на помощь. А вообще лучше, родители должны знать, где их дети находятся. Ребенок должен быть, если он маленький, возле родителей, а не где-то играть, а родители не знают, где их ребенок. Ну вот так беречь надо детей, потому что в наше время очень много отрицательных элементов. Ну, во-первых, мое глубокое убеждение – это не спускать с нее глаз. Ну, то есть как? В любом случае должен быть контроль. Какая-то свобода действий, да, должна быть, но под контролем родителей это стопроцентно. Но и объяснять ребенку, чтобы он никогда не шел на контакт с посторонними людьми, вот и все. Ну, я думаю, часто педофил – это бывает человек, который знаком с семьей. То есть это может быть какой-то знакомый. То есть, скорее всего, это не просто посторонний человек. То есть я думаю, родителям следует знать, с кем общается их ребенок. Это очень важно. То есть, может, в садике, может, где-то еще, когда их нету. Чтобы это не возросло уже в... Ну, такую трагедию, ну, такой инцидент. Не показывать детям сюжеты эротического плана. Не отпускать вечером на улицу, не допоздна. Чтобы детей предупреждать о том, что они знакомились с незнакомыми людьми, не ходили с ними никуда. Родители. Прежде всего... Первоступенчатые знания людей должны давать они. Некоторые, будем так говорить, шаблоны к этому. Идете ли с ребенком? То ли это мальчик, то ли это девочка, вы сами понимаете, за кого мы сейчас говорим, им все равно, кого совращать. Посмотреть, насколько подозрителен человек, как одет, насколько смотрит куда, или даже посмотрел тебе в глаза. Вот ребенку, чтобы, мол, замечай, как смотрит тебе в глаза. Мужчина или женщина, люди, не заинтересованные в этом извращении, этот ребенок ему не надо, если он, правда, не выбежит на дорогу. Правильно? На красный свет. Вот. Так же самое. Предупредить о том, что вежливость постороннего человека, она очень подозрительна. Открыта трибуна.